Забрали. Вот так все и было. Простите нас. Мы не думали, что все так выйдет. О чем вообще вы думали? Мы просто всех так любим. Мы хотели, чтобы в семье был мир. Может, нужно было просто всем собраться и поговорить? А может быть, это было не так уж и просто? Ну, я думаю, не только они одни виноваты, да? Я вот что предлагаю. Давайте так. Было и прошло. И все забыли. А? Согласны? Но проблема-то осталась. Ребенка как-то надо называть. Какие есть соображения? Да, вот ситуация. Соображения есть у меня. Вы извините, но ребенка нельзя называть Салимжаном. Ну, честно. Почему? Ну, вы сами посудите, он будет Щербаков Салимжан Сергеевич. Ну, не звучит же. Ну, не звучит. Ладно бы у него, у отца было татарское имя. Ну, фамилия татарская. Тогда бы все было нормально. А так, он подрастет и своего имени стесняться будет. Одноклассники будут смеяться. А что тут смешного? Салимжан очень хорошее имя. Нет, конечно, хорошее. Я совершенно не возражаю. Но дети, знаете, какие злые бывают? Жестокие, злые и не всегда умные. У нас в школе одна девочка была, хорошая такая. Гаджамал Ивановна Кузнецова. Все над ней смеялись. Я тоже смеялась. А она обижалась. А зачем ты над ней смеялась? Да глупая я была. Она постоянно жаловалась, ругалась на свою маму. Говорила: зачем она меня таким именем назвала? Теперь мне с ним жить. Да. Ребенка по отцу называют. А если Саша? Александр Сергеевич. А что, нормально? Как Пушкин. Белеет парус одинокий. В тумане море голубом. Это Лермонтов вообще-то. Ладно, неважно. Ну и что, и... Называем Саша? Давайте ему два имени дадим. Дает же детям двойное имя. И что, и в паспорте два имени записывают, что ли? Ну да. Если ребенку давать два имени, то они должны быть или русскими, или татарскими. А у нас что будет? Александр Салимжан Сергеевич Щербаков. Это даже страннее, чем Салимжан Сергеевич. Абдул Абрамджан Педро Сергеевич Щербаков. Знаешь, ты со своими шуточками, ты, Петросян, Сашей называй. Эй, Айгель, когда ты был маленький, кто знал, что так получится? Раз ты замуж за русского вышла, к нему жить переехала, ребенка родила. Надо ребенка по отцу имя выбирать. Значит, Аллаху так угодно. А крестить? Сашей называем. Но я все равно Искандер буду называть.